Поражение – лучший учитель. Я чувствую вкус страха. Потопили.
Движение — это все. Все, как я помню. Истина уже здесь. Мы только начали. Я чувствую вкус страха. Я давила червей побольше. Вижу добычу. Это было проще простого.
Враг нас запомнит. Покажи, что ты умеешь. Мы вместе идем к цели. У меня никогда еще не было друзей. Я еще голодна. Я снова на ногах. Еще в списке. Thank you.
Перед тобой вестница! Отличный удар! Я выбрала путь движения. Богини! Плохо ты стараешься. Ради этого я и живу. Напряги силы. Теперь я улыбаюсь. Здесь не место слабым.
Сгинь! Сгинь! Испытание Букру дарует мудрость, но стоит зубов и крови.
нас одна попытка. Если не остановим Виего сейчас, Билджвотер будет разрушен. Вместе мы победим! Смотрите, мой народ! Бухру вышли дать отпор падшему королю! Отдам свой город какому-то жалкому нытику в короне. Пора тебе, наконец, признать правду! Ты ведь моя королева! Так веди себя соответственно. Нет! Что это? Ложь! Больная фантазия! Я знаю, что для нас лучше. Нет, это правда! Больная твоя любовь! Не смейте порочить память моей королевы! Ари, нет! Настигла тебя. Я пущу тебя кровь.
угрожает. Переполняет меня.
даже не пытаешься. Сюрприз. Быстрее, лисы. Твоя сила достойна уважения. Стена откроется. Это тебе. Плохо, но я в порядке. Так гораздо лучше. Большое спасибо. Предстань перед богиней. Этот мир в тебе не нуждается. Враг нас запомнил.
Это наш шанс! Бей его, Ари! Твоя любовь — это ложь! Туман не уходит. Что нам делать? Сражаться. Я знаю, чего ты хочешь, Сара. Власти. Так чего ты ждешь? Ты можешь получить все. Только протяни руку. Сара! Ты хорошо сражалась, королева Билджуотера. Не я, а мы. Вместе. Как в прежние времена. А что с амулетом? Я чувствую ярость падшего короля. Но пока что он не может освободиться. Возьми этот амулет. Сохрани его, спрячь там, где не найдет никто. Даже я. Я надежно спрячу его. Обещаю. Ты дрожишь. Расскажи, что ты видела? Он обещал мне все. Билджвотер был моим. Гангпланк побежден. Мои враги пали. Я обладала бесконечной властью. Могла бы вернуть маму. Я хотела этого. Я почти уступила. Но услышала тебя и остальных. И я не смогла. Твоя воля сильна. Мы все это видели. Отбрось сожаления. Сейчас важна только победа. Капитан! Рафин, ты собираешься испортить праздник? Боюсь, что да. В суматохе Гангпланк сбежал. Мы его ищем, но нам нужен план. Нам нужны вы. Собирай всех. Перекройте гавань. Ни один корабль не выйдет в море, если кто попытается. Разнесите в клочья. Да, капитан. Сара, прошу тебя, забудь об этой вражде. Похоже, мы все же не нашли общий язык, жрица. Этот выбор решит твою судьбу. Правление Билджвотером — твое главное испытание. Прими движение, освободись! Ты была рядом, когда городу грозила беда. Открыла мне глаза. Показала, что боги и маги реальны. Хотя это казалось невозможным. За это я всегда буду тебя уважать. Но не откажусь от своей истины. Еще увидимся, Вестница. Не дай мести поглотить тебя, Сара. Ты нужна Билджвотеру. Вестница, ты совершила великое деяние, восстановила движение и дала отпор страшному злу.
Старейшина, ты не утратила веры, даже когда я отступила от традиций Бухру. Глупости, дитя. Твоя вера и твои поступки спасли бесчисленные жизни. Осудить тебя все равно, что осудить богиню. Судьба направляет нас, но шагать вперед нужно самому. Что будет дальше, решать только тебе. Благодарю тебя, старейшина. Нам многое придется восстанавливать, но сейчас время ликования. Такую победу стоит отпраздновать. Послушайте эту мудрую женщину. Наверняка хоть одна таверна уцелела. А что с капитаном Фортуной? Случившееся тяжело далось всем нам. Саре теперь нужно время. Ей стоит побыть одной и все обдумать. Я верю, что она примет правильные решения. Ты мудра, Илаой. Сара поймет твою правоту. А сейчас от всех этих драк Браун проголодался! Пойдемте, друзья! Сегодня мы празднуем! Уже пора прощаться. Браун ненавидит прощания. Вы были прекрасной компанией. Каждый из вас настоящий герой своего народа. Билдж-Вотер перед вами в огромном долгу. Для меня было честью сражаться вместе с тобой, Илаой. Во Фрейль-Йорде сложат песни о твоих подвигах. Счастливого пути, друг. Не забывай, что вода должна быть за бортом. Ты шутишь? Я отправлюсь с ним и прослежу за тем, чтобы он добрался до дома. Ты меня успокоил. А что потом, Ясуа? Отдашься на волю ветра? Нет. Я кружил как палый лист, потому что у меня не было цели. Но вы помогли мне ее найти. Отправлюсь в Ноксус. На родину наших врагов? Да. Кое-кому там может понадобиться моя помощь. Это частица моего прошлого, которая все еще имеет значение. А ты, Ари, куда отправишься ты? Наверное, вернусь на Сумрачные острова и попытаюсь больше узнать о своих предках. Я попробую пойти по их следам и оставить свой собственный. Хорошо. Будет проще тебя найти. Думаю, наши пути еще пересекутся. А как же и человек-рыба Пайк и капитан? Браун хотел поблагодарить их тоже. Пайк? Кто знает, он вернулся на глубину. Быть может, там он обрел покой. Или цель, как мы с вами. С Сарой все сложно. В Билдж-Уотере нужно многое восстановить. Надеюсь, Сара поймет, что она нужна городу. А если нет, я ей объясню. Кажется, мы вовремя отсюда уплываем. Ха! Скорее, на корабль! Спасибо вам за эти воспоминания. Пусть будут и другие. Thank you.
скажи, кто хозяин этого заведения? Вы знаете, что у вас на двери знак Гангпланка, заклятого врага капитана Фортуны и всего Билджвотера? У Гангпланка здесь нет врагов. Нет, есть. Уберите знак. Покажите капитану свою верность, иначе последствия вам точно не понравятся. Похоже, они сделали выбор. Больше никаких поблажек. Никакой болтовни. Переговоры кончились. Я проливала кровь за Билджвотер. И бандам пора признать мою власть. Надоело бороться с призраками. Билджвотер принадлежит мне. Если Гангпланк хочет вернуть его, пусть попытается.